Извини, мы не успели познакомиться на прошлой неделе. Я Эдвард Каллен. Ты Белла? Да. На ваших предметных стеклах клетки корня репчатого лука, ясно? Разложите их и пометьте по фазам митоза. И первые получат приз, а вот какой именно? Золотую луковицу. Ну и славно. Уступаю даме. Прогуливал? Да. Я уезжал на пару дней из города. Личные причины. Про фазы. Можно мне взглянуть? Это про фазы. Я же сказала. Радуешься дождю? Что? Хочешь поговорить о погоде? Да, я не против. Ну, я не очень люблю дождь. И вообще, холод и сырость не мое. Что? Ничего. Это анафаза. Я проверю? Конечно. Анафаза. Я же сказал. Если ты ненавидишь холод и дождь, то зачем переехала в самый мокрый город США? Все это сложно. Я уверен, что пойму. У мамы новый муж и... И ты с ним что, не ладишь? Нет, нет, не так. Фил очень милый. Это метафаза. Посмотришь? Я тебе верю. Почему ты не осталась с мамой и Филом? Вот смотри, Фил. Ну, Фил играет в бейсбол, и он часто в разъездах. Мама оставалась со мной, и она нервничала, и я решила пожить пока с отцом. И теперь ты переживаешь? Нет. Извини, я просто пытаюсь тебя понять. И мне это трудно дается. У тебя что, линзы? Нет. Глаза были черными в прошлый раз, а сейчас золотисто-карие. Да, я знаю, это флюоресценция.